Всем добрый день. Есть у нас вот такая вот еще кормушка. Сейчас вот я ее повесила второй раз. Называется это рептух. Кто авоська называет? Ну вот. Не знаю пока, нравится она мне или не нравится. Скажем так, давно я на нее смотрю, повелась на рекламу. Все хвалят, все нахваливают, что очень экономная. Ну, пока я не поняла. Сейчас вот я убралась в вольерах у них. Ну вот, когда они в этой кормушке едят, все равно вот здесь вот, потом, сейчас покажу, под решеткой сено скапливается. Немного, но есть. И вот видите, вот то же самое. Поэтому... пока я не поняла, насколько она экономная. Может быть, я не так повесила. Но не знаю, все равно она, видите, голову она вытягивает. Вытягивает она не по травининке, а целыми пучками. Заказывала я не очень большую ячейку. Это, скажем так, маленькая ячейка, где-то средненькая. Мне сестра связала один в один такую кормушку, но там были другие нитки. Я ее просто побоялась вешать. А потом вот эту вот купила. Ну вот, видите, я не знаю, где тут экономия. То же самое получается. Ниже я пыталась ее повесить. Точно так же едят они. Еще выше повесить. Мне кажется, то же самое будет. Вот она, видите, выдергивает и все равно к себе вовнутрь в вольер их тащит. Вот сейчас вот здесь посмотрим в этом вольере. То же самое. У капучино половина решеток закрыта, я уже, по-моему, говорила. Она у нас даже через кормушку мелко бьет, отгоняет от сена. Поэтому у нее вот там вот один только отсек. Ну, ей хватает, она нормально достает. Я имею в виду из этой кормушки. Ну, а здесь так тем более. Ну, вот не знаю, капучино, она как-то вот больше по травинке, видите? И ест там вот внутри. А Милка, видимо, от того, что ее капучино все время гоняет, она умудряется ее даже из той решетки вот туда достать. Трава-то хорошая сыпется. Ну, короче, не знаю пока. Нет, 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 мы никуда не идем. Куда-то. Нет, мы уже гуляли. Короче, пока я не поняла, нравится она мне или не нравится эта кормушка. Не буду даже рекламировать. Не буду ссылку писать, где покупала. Пока я не поняла. Ты с пола решил подъесть? Давай, давай, сено-то хорошее. Нет, мы не идем никуда, нет. Подъешь с пола, пока не провалилось. Сено-то хорошее там у тебя упало. Если раньше у нее здесь хотя бы солома падала. И теперь все подряд. Там поросят развлекается. Опа, вот это новый способ, да, Мил? Снизу хуже, лучше сверху. Ну вот, снизу поешь.
Давно я купила эту кормушку, наверное, я не знаю, месяца два назад. Попробовала, ну вот я уже говорила, не понравилось. Теперь вот решила еще разок попробовать. Что там, Мил? Кап, ты прям это, чистый поддончик-то. Как у тебя все сыпется хорошо. Ладно, посмотрим. Я теперь посмотрю, сколько от него насыпется. А для эксперимента это мне надо целую неделю его подвешивать. Убираюсь я раз в неделю. И вот сколько за неделю насыпется. Ну и надо будет последить, насколько им хватит вот этой вот сетки. Я не взвешивала. Не-не, работай, работай. Это у меня тут муж рядом. Он, видимо, не ожидал, что скрижет такой будет. Что-то у нас с электричеством выбивает у нас... как они называются, Леш? Автоматы. И вот планировали сегодня одну работу, а получается, что надо делать другую. Ну, электричество вещь серьезная. Ну вот, короче, попробую я сделать такой тип эксперимента. Посмотрю, насколько им хватит вот этой вот кормушки. Я даже не помню, насколько она килограмм. И не взвешивала, если честно. Просто вот здесь вот сено набрала и подвесила. Есть специальные устройства, как их набивать. Ну, такой типа каркаса, туда вставляется вот эта сетка, набивается сено. Ну, тут маленькая сеточка для двух коз. Если бы, конечно, у меня было целое стадо, я бы не стала заморачиваться с такими кормушками. Ну вот, посмотрим. Потом сниму видеоотчет, сколько у меня насыпали они. Ну да, вот она хватает пучками. И половина у нее вниз сыпется.
Сейчас прибежала им соды, вот свежие насыпала. Смотрите, что творится. Ну вот сколько меня тут не было? Ну, минут 40. Это вот ты мне так за 40 минут тут насыпала. Вон их в поддоне уже видно. Не знаю, не нравятся мне эти. Эти петухи. Ну, подъели они так с него, он похудей стал. А то он у меня вот здесь вот еле умещался. Давай, ешь соду свежую принесла. Как хорошо. Почистила у них. Ну, поросятам высыпала. Я имею в виду соду. Ну-ка, дай, ну, вот у капки поменьше. Капуша, погоди, капочка, подожди, я почищу. Ну вот, не знаю, ну, пока что-то... Капа, капа, нет, 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 капа, никуда мы не идем. Поэтому я и говорю, не поняла я, пока рептухи мне нравятся, не нравятся, но пока не нравятся, не знаю. Но я уже вижу, что там насыпано. Ух ты, мама дорогая, ну-ка, вот это ты насыпала мне. Еще хуже, чем из кормушки. Так, поросята у нас орут, это они просто есть хотят. Сейчас муж их там кормить будет. Милочка, погоди, погоди, Милуш. Мил, дай прибрать. Я сейчас дам, сейчас принесла теплую, сейчас. На. Короче, не знаю я, как тут у людей ничего не сыпется. У нас ужасно все сыпется. Что, здрасте вам. Здрасте вам, здрасте. Сейчас тебе дам, сейчас тепленький. Сейчас у нас минус 22, не буду я уже вас выгонять. И утром хорошо погуляли. Не будем хвосты морозить. Слушай, с одной лампочкой сразу так темно. Что? Ну что, сейчас. Это ты у меня копытами-то где стоишь? А. Милочка, это вот потому, что ты утром воду не стала пить. Да? Отказалась утром пить? Вон оно, ведро стоит. Накинулась на воду. Давай, допивай, еще попей. Я капучино дам водичку. Сейчас кап. Ой. Сейчас тебе дам. Это тоже насыпано. У тебя поменьше насыпано. Вот сверху еще можно собрать, туда им сунуть. А то, что вот внизу на поддоне, это уже, скажем так, мочой пахнет. Они уже это есть не будут. Это только в подстилку. Или поросятам, когда их переведем. На улицу, я имею в виду. Переведем. Вечер того же дня. Не могу, я его сняла. Вон он валяется. А что, вы уже спать укладываетесь, да? А ты что вскочила? Ты же тоже лежала.
Нет, пока что-то я не поняла. Этот рептух. Пока без него будем обходиться. Да, капучин, скажи, обычной кормушкой.